Добрый вечер. Это каждая рубрика на ночь. Вот. Ну, хочу переминать перед сном, потому что, ну, звучит как-то, я не знаю, что на ночь, что на ночь. Ладно, на ночь у нас хорошая история, все как всегда, все по фэншую. Вот. На самом деле, сегодняшний день был вообще необычным. И не потому, что даже там, я не знаю, там что-то необычное произошло. Нет, просто как-то много чего хорошего произошло. Вот, то есть, ну, давайте вспомним, давайте сейчас расслабимся. Не знаю, слышали вы это или нет, но там что-то сейчас очень сильно грохнуло с окном. Вот. Как-то раз даже, помню, сидел. Это, кстати, началось, извиняюсь, что, ну, хорошо, это началось, это произошло месяц назад, ну, в начале марта, скажем, вот. И я тогда сидел, лежал на диване и такой слышу прям грохот, и ударная волна, она прям пронеслась вот так по всей моей комнате, вот так через дверь, через стекла, то есть все, что содрогнулось, а удар был просто там где-то возле дома, а он был где-то вообще вдалеке. То есть такое впечатление создалось, будто ну, кто-то запустил ракету сюда. Вот. Или кто-то обронил ракету. И, то есть, ну, как бы так. Ну, я не. Ну, поняли, короче. Вот, это не самая худшая история на ночь, но она, не знаю, просто прикольная. Не знаю. Вот. Сегодня я ходил в колледж, хотя, извините, прическу, я не знаю, это полнейший позор, не знаю, меня подстригли просто дико, и, ну, это еще лучшее, что я сделал с этим, то есть как-то за этого это, и все, и, а так это было капец, я, ну, когда я сидел, я реально даже рассказываю, то есть я сижу, так, меня подстраивают, я просто такой угораю, думаю, типа, что происходит, типа, ну, вы что делаете там? Такой, ну, ладно, делаешь, что делаешь, как бы, я что, я, мне надо подстричь меня, а там уж как, сам разберусь, ну. Ой. Просто, ну, позволил там, меня изуродовать. Не, ну ничего, ничего, как бы, я не жалею, все нормально прошло, то есть весело довольно-таки, то есть хоть я расплатился своими волосами, но зато получил уйму позитива и, да, и немножко там даже вздремнул, вот. Да, ходил сегодня в колледж, я был на академическом отпуске, вот сейчас, точнее, понедельник пойду в колледж. Я не думаю, что что-то там хорошее меня ждет. Никто меня там не ждет, собственно, я так понял, но, ну, а чё, может, что-нибудь веселое и будет, вот, кто знает, кстати, за ваше здоровье, чай с этим скрыжовником, ой, кислый, вот, вот. Вот, это первое, то есть, ну, на самом деле, эта новость даже обрадовала, то есть, ну, приятно, что, о, наконец-то в колледж возвращаюсь, да и как-то заместитель директора, я не знаю, не прав я тут это использовать, ну, неважно, тоже как-то так показалось, ну, приятным человеком, я думаю, ну, раз уж, не, это имеет отношение просто, и через заместителя директора это все делал, и, вот, восстанавливался после академического отпуска, если так уж говорить. Вот, то есть, короче, да, восстановился, все, справки все должны быть, короче, все нормально, я думаю, ну и слава богу, буду ходить хоть чуть-чуть, хоть чем-то буду занят. Хотя, блин, вообще-то у меня есть занятия. Вот. Так. Далее. Ну да, подстригся. На
самом деле, что нравится? Вот, нравится вот то, что сейчас сижу тут, не знаю, вечер такой, небо приятное. Вот, что хочу сказать. Приятно, не знаю, там, наблюдать, как люди улыбаются, вот иногда, вот, знаете, вот так, как-то искренне, когда это делают, и это так всегда приятно, как-то видишь, как человек так искренне улыбается, и думаешь, блин, ну вот, есть что-то доброе в нем, а реально, и даже когда злые люди улыбаются, тоже как-то радостно в душе. Особенно, знаете, вот есть такие люди, как, не знаю, как камни какие-то там, вот, непробиваемые там, это. Когда они улыбаются и делают это искренне, это вызывает там кучу эмоций. Ты видишь, что у человека есть душа, что он живой, что он также хочет чем-то поделиться, что, ну, он не робот, как бы говоря. Вот что хотел сказать, собственно. Да, сходил еще раз сегодня к своему одному знакомому хорошему. Вот, ну так поговорили, но обидно, что он мне не, ну, много не дает сказать. То есть он меня выслушает, ответит, но просто, ну, блин, он мне не дает много сказать, он очень много всего знает. И, ну, есть люди, они, знаете, эти книжные червяки. А, прошу прощения, там, камера чуть-чуть отрубилась. Это, да, книжный червь, ну, использовать не бесполезно, потому что не знаю, на один мой аргумент или на одно мое слово могу что 50 томов каких-нибудь аргументов и знаний, и говорю, что это плохо просто, ну, это бессмысленная борьба, то есть, ну, гигантский опыт против, ну, ничтожных знаний, ну, что, то есть это бесполезно. Что могу сказать? Уже, наверное, пора и ко сну ложиться. Ко сну ложиться. Ну, готовиться ко сну, то есть. Вот. Так что всем желаю добрых снов. Спасибо вам за просмотр. И спасибо, если надо смотреть до этого момента. Если не смотреть, то смотрите. Собственно, все. Спасибо за просмотр всем. Я не забыл. Я не забыл. Да. Я обниму вас. Обнял. Вот так вот. Крепко обнял. Кем бы вы ни были.